И всем привет, ребят! Это будет новогоднее видео, да. Ну и вот, я выпустил ее не 1 января, а вот 24-го, сейчас посмотрю. Да, 24-го. Ну вот, если вам это видео понравится, ставьте лайк, подписывайтесь. И мы начинаем. Итак, ребят, мы зайдем на карту Чао Хаус Снег. Смотрите, вот. Можно что сделать? Смотрите, вот. Берем петушка. Самолетик спавним. Берем петушка. И мы должны как-то поставить. Смотрите. Во. И он как будто в самолете сидит. Да. Это очень прикольно выглядит. Да. Ну вот, если вам это понравится, скажите разработчику, чтобы он добавил такой. Еще вот смотрите, как можно. Можно взять. Так. И вот чемоданчики. Да, вот чемоданчики, который появился, и второй чемоданчик. По-моему, круто выглядит. Кстати, если вы хотите, чтобы этот разраб добавил, то поставьте лайк и подпишитесь. Следующее можно смотреть, что добавить. Сейчас вот. Смотрите, как сделать. Например, сделаем вот так. Нет, сейчас, подождите. Можно добавить вот такую штучку. Как вам? Ну, если вам нравится, то поставьте лайк и подпишитесь, да. Вот, если она такая красивая. Также, смотрите, что можно. Сейчас, подождите. Взять бомбочку. Подождите. Бомбочку. Потом смотрите, что вот так как-то сделать. И у нас получится вот такая штучка, да? Как пропеллер. Ну, если вы хотите, то поставьте лайк, да. Кстати, еще смотрите, что можно добавить. Вот, колесико ставим. И вот надо вот это еще. Вентилятор. Смотрите. Оп. И у нас получается такой пропеллер. Кстати, из одних видео он там был, да. Мы приступаем к следующему. Так, следующее у нас, это мы будем строить, короче, будем строить дома новогодние. Давайте на карте, давайте на карте Чао Хаус Снег, там веселей. Тут такие елочки, ба. И угадайте, где мы будем строить, правильно, в гараже. Ну, что-то прикольное местечко, можно зайти сюда. И я вам сейчас покажу, как это строится. Первым мы, смотрите. Первым мы должны взять вот такие стенки. Точнее, проход. Второе. Сверху мы должны поставить вот так. Посмотрите, как думаю, вот так. Смотрите, третье мы должны, смотрите, что? Ковер поставить. Чтобы вот смотрите. Так, двери. Смотрите, можно. Смотрите, какую дверь. Вот такую сейчас. Или вот такую. Выбирайте, какую дверь. Вот. А я пока возьму вот, вот эту дверьку. О, по-моему, шикарно. Что еще можно? Конечно, елочку. Как же без нее? Пьяничка поставить. Можно еще медведя, пингвинчика, вот этого. А машину можно, смотрите, какую. Вот Кавасаки можно поставить. Вот сюда? Нет. А вот сюда можно, знаете, что поставить? Смотрите, что. Кровать, чтобы спать. Да. Также полочку. Вот такую. Книжечки. Смотрите. Да. Сейчас доставлю и покажу все. Так.
Так. Почти заканчиваю. Все, смотрите, вот видите? Подождите. Во, вот так лучше. Ладно. Так, что еще можно? Салюты в коробочке. Сейчас найду коробку. Вот коробочка. И можем поставить туда салюты. Смотрите. Раз салют. Два. Второй салют. Третий. Четвертый. Ставим, чтобы было сюрреалистично. Вот. Салюты. Да. Коробочку можно поставить. Во. По-моему, реалистично. Антенну. Как же без антенны? Грудить ничего не будет же. Так, так. Телефон. Сейчас найду. Так, так, так. Сейчас я найду телефон только. Вот он, телефончик. Ну и кладем тут телефон. А куда класть? Мы можем положить вот рядом с салютами. Ну да. Кстати, еще можно вот это поставить сюда. Опа, может реалистично. Также выход. Так. Полочку. Можно туда телефон положить. Так, так, так. Ну вот, готово. Или можно туда сам всякого хлама положить. Сейчас найду. А, кстати, еще можно снеговика поставить сюда. Кстати, можно положить туда, знаете что? Вот туда. Можно положить компьютер. Денежки. Да. И побольше. И еще можно снег поставить. Хотя идет, но здесь мало как-то идет. Вот, теперь хорошо. Смотрите. Как вам мой домик? Оцените в комментах, пишите. Нравится вам этот дом или нет? Вот. Если нравится, то подписывайтесь. Вот. Я хочу вот, потому что на канале 10 тысяч подписчиков. Это моя цель. Ну и ладно. Ну ладно. А сейчас нам надо сейчас все украсить тут, чтобы подарки нам принес Дед Мороз. Ставим. Вот это. О, можно красиво сейчас сфоткаю? А хотя я могу сфоткать вот это. Во, все сфоткал. Берем вот это. И ставим. Все поставили. Теперь вот это. Я сейчас офлайн играю, чтобы игроки не заходили и не мешали. Ну вот, смотрите. Что я сделал. А еще можно поставить вот, вот здесь. Пусть ничего нету. Можно здесь поставить сейчас. Например, вот такую штучку. Где у нас тут будет? Кубочек. Кубочек. Где у нас кубки будут стоять? Золото также тут, рядом с кубком. Я не знаю, что это такое за штучка, но будет. Также еще можно вот сюда чекина поставить. Нет. Вот. Ну, пусть на коробке стоит. Так. Что еще? Ну, вот это, чтобы вырисовать можно что-то. Так, а хотя...
можно еще объявление про Новый год. Тут мне также можно еще поставить вот эту штучку, вот эту. Я вот не знаю, куда ее поставить. А можно вот тут. Так, дальше. Коробочки. Ну, это у нас вот на втором этаже. Который я сейчас делаю. Хотя тут, наверное, не надо. У меня и так все грузить будет. Ставим стенки. Так, ставим. Здесь надо будет склад. А вы спрашиваете, как заходить? Смотрите, как. Вот так заходить. Ну, что тут поднимать? Подниматься можно. Вот лесенка. И вот тут лесенка. Да, все просто. Сейчас Чекина уберу, там что-нибудь хвост. Ну, короче, вот. Здесь тоже дверку ставим. Так, не сундучок, дверку. Ну вот, шикарно, да? А здесь вот это оставим. Это что вот эти виды красивые. Крышу. Мне кажется, что это самый большой пол. Ну, я поставлю в форме крыши. О, он идеально подходит для постройки. О, всё. Теперь можно смотреть красивые виды на улице. И здесь надо положить коробочки разные, штучки. Да, смотрите. Вот это положить. Да. Ну как вам? Нравится такой склад? Вот мне вообще нравится этот склад. То есть, смотрите, вот после этого предмета уже был 10-й. Потом вот здесь все больше и больше, и стало 74. А раньше было 9. В обновлении 3.4.0. Да. Ладно. Берем коробочки. Ой, что это за коробка? Тут коробочка. Вот. Да. Привет, Кавасаки. Вот это смешно-то. Что это такое? Ладно, пойду доделывать. Так, идти надо доделывать. Во-первых, крышу нам починить чуть-чуть. Заходим. Кстати, здесь тоже можно заходить, выходить. Так, спамним мы вот этот коробок. Кстати, смотрите, что еще можно. Так, где он? А вот он. Куда его можно поставить? Вот сюда. Кстати, это почти последний предмет вот из этих. Кстати, я вообще офигел, как откуда здесь, точнее, что тут добавили, да. Коробочки. Наши стандартные. Здесь ходить можно будет. Так. Смотрите, неплохо получилось. Смотрите. Берем из этого. Так, что еще можем взять? Вот эту коробочку. Во, все, идеально. Теперь можно отсюда уходить. Даже снег падает. Ну ладно.
отстроили все. То главное, чтобы коробки не вылетали. А я пойду. Так. Ну, если вам это видео понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь. Да. Потому что я хочу 10 тысяч подписчиков, как я говорил. Да. А скоро у меня вот, знаете что? Скоро вот я сниму как там видео, где я рассказываю, когда может выйти обновление 3.9.01. Да. Вот. Я не знаю, какая дата, но я потом расскажу. Да. Я это видео планировал снять 1 января, но оно вышло 24 декабря. Просто так захотелось. Кстати, что еще можно дом добавить? Скажите. Говорите, вот, а я пока буду строить. Кстати, смотрите, что мы можем. Например, вот здесь. Сейчас. Вот. Ну, вот это делать. Кстати, я вот это видео картинку сделаю. Так, вот это есть крышу. Не вот это, а вот это. Бам. О, как раз подходит. Надо вот так отпустить, чтобы все совпадало. Во! Идеально. Просто идеально. Во. И остается поставить, смотрите, что вот это кресло. Ой. Не канализацию. Вот это кресло. Ну и ковер. Да. Здесь у нас будет сидеть вот парень. Вот этот. И ему надо поставить какие-то дверьки. Во, вот такие. И остается еще декорации поставить, чтобы был замок. Вот такая штучка, вот такая. Тоже повыше. Да. Вот такая. Ну и вот. Смотрите, вот такая, да. О, смотрите, вылитый замок. Теперь надо вот тут поставить вот эту штучку, дырючку. И вот эту. Ну и вот остается. Ну и посмотрим сейчас стороны. Во, вылитый замок. Ну, красивый замок, да. Туда пройти, смотрите. Здесь у нас просто вот такой трамплинчик. Там можно его уехать туда, смотрите. И сейчас это мотоцикле. Увидали, смотрите. О, как дрифчу. Смотрите. Поехали. Все, вот, приехали. Я сейчас подвину, чтобы не надо будет турбо использовать. Во, все. И теперь можно ехать спокойно. Бам. Хотя нет. Сейчас. Как уезжать отсюда, смотрите, я то же самое надо поставить. Главное найти место. Вот. Вы ничего не слышали, это какие-то стуки были. Я не знаю, что это такое было. Ладно. Смотрите, вот я сейчас поеду на этом мотоцикле. Кавасаки. Из того,
Смотрите, опа. Все, выехали. Только я застрял почему-то. А, нет, все. Смотрите, вот здесь то же самое. Приехали. Да. Здесь вот еще можно вот даже летать. Хотите иглу? Пишите в комментах, а я буду строить иглу. Так, иглу у нас белая, да? Так. Я вот эту гранату выкину. Она мешает мне. Помните, в каких-то видосах, но она у меня там взорвалась. Ну вот, извините, это просто так происходит. Так, ну сейчас построим иглу, да? Смотрите. Вот, видите, иглу, да? Похоже. Так, теперь надо поставить дверки. Как всегда. С того замка, блин. Только почему-то, смотрите, здесь супер-мега тонко. Это какой-то игра. Во. Смотрите, вот тут, смотрите, так, вот. Все, если вот так делать, как будто в воздухе стоишь. Да. Давайте достраивать иглу. Сейчас дострою и покажу.